Мир вам, драгоценные, приветствую вас в прямом эфире. Я Максим, и я всем хочу сказать добро пожаловать. Добро пожаловать. Возьмите вашу кружечку кофе, чтобы мы... Ну или если у вас вечер, то чайку, может быть, можете взять. Сегодня у нас будет очень важная тема. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать добро пожаловать всем в общину Дом Веры. Наша интернет-община Дом Веры, она вещается каждый день. Мы встречаемся каждый божий день. И вам хочу сказать, добро пожаловать, присоединяйтесь, ты скажешь, как это сделать. Очень просто, зайдите на сайт domveры.ru, и вы сможете прямо сейчас нас найти и комментировать. Я вижу, там уже многие люди присоединились, комментируют. Буду очень-очень рад. Вообще, я благодарен Богу за этих людей, кто участвует в Доме Веры, кто слушает, переживает. Вы знаете, вместе мы изучаем Писание, для нас Писание оживает. И вчера мне сообщили из офиса, что кто-то из наших прихожан Дома Веры перечислил 3500 долларов как жертву благодарения, десятину. Я очень благодарен Господу за вас, драгоценные. Пусть Бог благословит. Это ваше вложение в проповедь Евангелия. Обещаю со своей стороны, что все эти финансы пойдут на проповедь Евангелия по всему земному шару. Мы распространяем Евангелие Иисуса Христа. И ваши десятины помогают нам распространять. Дом Веры, люблю вас, прихожане наши, CNL-овцы, все, кто смотрит CNL, пусть Бог благословит вас. Благодарю Бога за вашу щедрость, за вашу открытость, за ваши сердца. За ваши сердца, которые открыты, чтобы жертвовать. Я очень благодарен Господу за вас, за ваше участие. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Дорогие мои, сегодняшний наш прямой эфир, мы продолжаем тему, и это тема вдохновения. Как жить посреди кризиса, как выходить из проблем, как выходить из трудностей. Что делать, если приходят трудности? И вчера мы с вами изучали, хотя, может быть, это для вас не вчера, но в прошлой передаче, так правильно сказать. Мы смотрели 83-й псалом. Откройте 83-й псалом, стих, весь псалом можно, но... Блажен человек, 6 стиха, 83 псалом, 6 стиха. Блажен человек, у которого сила в тебе, Господи, и пути, и у которого в сердце пути направлены к тебе. Где твоя сила и куда направлены твои пути? Два вопроса каждому человеку. Куда направлены твои пути и где находится твоя сила? Если твоя сила в твоих знаниях, если твоя сила в твоих способностях, если твоя сила в твоей гениальности, ты такой превосходный, если твоя сила в каких-то этих вещах, то тогда твоя сила пустота. Куда направлены твои пути? К процветанию, к деньгам. Тогда ты несчастный человек. Потому что это не, если сердце направлено к деньгам, финансам, то это значит, что ты поражен. Ты будешь поражен, ты будешь в жизни разочарован. У тебя будет очень серьезное разочарование. Потому что человек, у которого пути сердца направлены к финансам, этот человек не может, реально не может добиться ничего. Вы не сможете добиться ничего. Вам необходима встреча с Иисусом. Вам необходимо пережить. Благословен, блажен человек, у которого сердце пути направлены Господу и сила в Боге. Вы знаете, я постоянно проповедую, служу, и в моих соцсетях, вот здесь, кстати, вам сейчас здесь видно снизу, в моих соцсетях мы постоянно пишем публикации, комментарии. Я был бы рад, если бы вы присоединились, потому что вот эти темы, которые мы обсуждаем, я и там обсуждаю, и везде обсуждаю, и как сделать так, чтобы сердце мое было направлено Господу. Как сделать так, чтобы сила моя была не во мне, не в моих крепостях, не в моих способностях, но в Господе. Чтобы сила моя была в Господе. Наверное, это самое важное, что должно произойти. Моя сила в Господе. Моя сила в Господе. Мое упование на Господа. Мое хождение с Богом. Я уповаю на Бога. Я знаю Бога, я ищу Бога, я верую в Бога. Я знаю, что Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. И дальше написано. Проходя долину плача. Знаете, существует долина плача. И долины плача каждый человек из нас попадает.
Проходя долину плача, они открывают... Давайте первое, проходя долину плача, самое главное слово, проходя. Проходя, послушайте, подчеркните, проходя, проходя, это самое важное слово. Не долина плача важная, а проходя. Многие люди не проходят, а живут в долине плача. Они сидят в долине плача. Они поселились в долине плача. Проходя долину плача. Вам, когда вы видите долину плача, не нужно там останавливаться. У меня такой этап в жизни. Не-не, это не этап. Ты проходишь, проходя долину плача, они открывают в ней источники. Вместо того, чтобы плакать, источники слез открывать, они открывают источники благословений. Они в пустыне открывают источники счастья, радости, благодати. Они открывают источники. Проходя долину плача, они открывают источники. Представьте, они прошли, открыли источники, и еще дождь покрывает ее благословением. Благословенний дождь. О да, пусть изольется дождь благословений. Это моя жизненная позиция. На меня изливается дождь благословений. Проходя долину плача, проходя стесненные обстоятельства, проходя трудности, на меня изливается дождь благословений. И дождь благословений покрывает. Есть два вида дождя. Из глаз, когда ты плачешь, и когда сверху тучки плачут и изливают на тебя благословения. Я принимаю решение, что я не буду нытиком, я не буду плакать, я не буду сетовать, я не буду разочарованным. Я, проходя долину плача, я прохожу долину плача. Я прохожу долину плача. Дорогие мои, наверное, это самое важное условие в нашей жизни – занять позицию. Они приходят, они проходя приходят куда? Из силы в силу. Долина плача, трудности, проблемы, кризисы, обвалы валют. Для чего? Чтобы мы приходили из силы в силу. Не из гнева в гнев, не из разочарования в разочарование. Из силы приходили в силу. Чтобы мы приходили из силы в силу и явились перед Богом на Сионе. Аллилуйя. И последний стих, 13 стих 83-го псалма. Господи сил, благословен человек, уповающий на Тебя. Бог всемогущий, как благословен человек, который уповает на Тебя. Как благословен человек, который знает Тебя. Как благословен человек, который уповает на Твою силу. Благословен человек, уповающий на Тебя, Господи. Аллилуйя. О, как прекрасно! Люди, как прекрасно! Как это прекрасно! Я уповаю на Господа. Благословен человек, уповающий. Благословен человек, знающий Господа. Благословен человек, живущий с Господом. Благословен человек. Ты благословен. Уповай на Господа. Ищи Господа. Живи с Господом. Благословен у Господа. Вы знаете, когда мы подходим к долинам, к любым долинам, которые мы встречаем, мы должны понимать, любые трудности могут для нас двойным эффектом. Или они нас задавят, или они нас поднимают. И нам нужно сказать самому себе, что все, во имя Иисуса Христа, я не утону, я не упаду, я не останусь в этой долине, я не утону в этой проблеме. Она меня не захватит. Я не утону в этих обстоятельствах. Я не утону в ситуации в моей. Именем Иисуса Христа я открываю источники. Источники к славе, к силе, к победе. Я открываю источники. И я знаю, что Бог мне поможет. И говорит нужно. Именем Иисуса я открываю источники и процветания, и радости, и жизни, и духовные источники. Люди, уповающие на Господа, они, проходя долину плача, должны открывать источники. Открывай источники в твоей долине. Не нужно сидеть, я в долине, я в долине. Хватит сидеть и ныть, ты не в долине. Я открываю источники. Мы говорили, что мы род избранный, царственное священство, народ особенный, взятый в удел. Нас Господь поставил возвещать Его совершенство. Не немощи, мы должны возвещать Его совершенство.
Господь призвал меня возвещать совершенство. Я не хочу находиться в долине. Я прохожу ее. Любые обстоятельства, приходящие в мою жизнь, они, любые трудности, давайте так скажем, они являются открытием или откровением, чтобы я понял, как мне привести к величию, к величайшему познанию. Любые проблемы, трудности, они предназначены для того, чтобы величие, великие откровения, великое помазание, что-то великое открывалось. Вчера мы говорили о людях, которые потеряли и детей, и все остальное. И мы видели, когда были трудности, и они использовали эти ситуации, чтобы открыть великие источники в своей жизни. У вас есть выбор. Открывать источники или не открывать источники. У вас есть выбор изменить обстоятельства и развернуть их, или у вас есть выбор утонуть, позволить обстоятельствам проглотить вас. У вас есть выбор позволить обстоятельствам скушать вас, позволить обстоятельствам доминировать над вами. Не позволяй им говорить тебе, кто ты. Обстоятельства, они изменчивы. Они как тучи, как облака. Подует ветер, и их нету. Подует ветер, и они улетели. Обстоятельства, они испаряются, они исчезают. Обстоятельства, они настолько непостоянны. Ты сегодня одно, завтра другое. Вам нужно получить откровение. Ваш бизнес тонет, замечательно, не волнуйтесь. У всех бизнес тонет. Но вопрос в том, что вы будете делать, и вы будете говорить, мой бизнес тонет. Или вы будете дырки затыкать и искать источники, как дальше перешагнуть, как перешагнуть на новый уровень. Не надо пытаться удержаться там, где ты есть. Иногда нужно просто уйти. Спросите любого успешного человека, миллионера или не миллионера, просто успешного человека. Вы знаете, что именно... долги, трудности, обстоятельства толкнули его на то, чтобы он рискнул поверить слову, рискнул и начал двигаться иначе. Поверил в откровение о десятинах, о приношениях. Он увидел, что десятую часть нужно принести Господу. Знаете, как интересно, один человек читал мирскую литературу, и там почти все авторы, христиане, говорят, что нужно принести бизнес-семена, лекции там были, десятину. И он пришел к пастору и говорит, куда, что такое десятина? Ему пастор объяснил, что такое десятина. Он говорит, И он начал приносить десятину, будучи неверующим. Вы знаете, когда он в это откровение поверил, вся его жизнь изменилась. Он в конце концов покаялся, принял Иисуса Христа. Его семья служит Господу, и он верует в Иисуса Христа. Как это потрясающе. Люди, дорогие мои. Когда вы находитесь в долгах, долги не должны, меня придавили долги, долги должны толкнуть вас к действию. Надо теперь делать что-то сверхординарное, надо делать что-то невероятное, надо делать что-то мощное, надо делать что-то сильное, надо делать что-то невероятное. Вы знаете, когда мы говорим о чем-то сверхординарном, сверхславном, когда мы говорим о чем-то невозможном, мы должны понимать, что наша жизнь... Вот сейчас я в этом прямом эфире к вам обращаюсь, дорогие. Если вы смотрите меня через спутник, подключитесь на интернет domveri.ru, и вы увидите, какие свидетельства люди там пишут. Свидетельства славы Божьей. Нам необходимо... использовать негативные обстоятельства для того, чтобы развернуть их и сделать для нас победоносным ключом, ключом к спасению, к выходу. Любой человек, добившийся успеха, толчком его были или долги, или проблемы, или были какие-то вещи в его жизни, которые его подтолкнули. Получил откровение о десятине, стал двигаться, получил откровение, ключ получил, золотой ключик. Не ценность не в ключе, а ценность в том, что этот ключик открывает двери. И открыл двери закрытые. Когда ты открываешь закрытые двери,
Когда открываешь двери, которые закрыты для тебя, тебе нужен ключ. Маленькое откровение. Что мне делать? Знаете, когда я столкнулся с тем, что я не могу открыть телевидение, но мне нужен маленький ключик, и все стали вокруг мне... И известнейший пастор, я помню, Ульф Экман мне говорит, как ты телевидение сделаешь? Я говорю, да я смогу. Он говорит, ну как ты это сделаешь? Это же очень трудно. И знаете, я стоял, думал, что же ему сказать? И он говорит, сколько нужно на это денег? Я говорю, Ульф, немного, $1 000 000. Он говорит, миллион! И, знаете, я просто помню, как это... И я говорю, ну посмотри, $1 000 000 это всего лишь... Это всего лишь $100 000 в месяц, чуть меньше. Ну, я говорю, а что такое $100 000 в месяц? Это если я найду 1000 человек по $100, кто мне будут помогать. Вот они 100 тысяч. Он посмотрел. Я говорю, или я найду 2000 человек, которые по $50 в месяц будут помогать. Или я найду 4000 человек, которые по $25 каждый месяц будут помогать. Если я найду 4000 партнеров... Тогда мы сможем покрыть все расходы всемирной проповеди. Он посмотрел на меня и говорит, да, это интересный ключик. И потом он посмотрел на меня, а ты найдешь этих 4000 человек, которые по $25 будут помогать? И я сказал, знаешь, если Бог даст, то я возьму. И Бог дает, и я беру. Посмотрите, сегодня у нас партнерское движение. Многие из вас являются партнерами. Когда я стоял перед этой горой, $1 000 000 в год мне нужно платить за спутники. Я стоял, думал, Господи, как же я это все осилю, как же я это все преодолею. Сегодня, когда я смотрю на то, что мы делаем, 4000 человек каждый месяц поддерживают, участвуют. И любая проблема, любой вызов, любая трудность, они могут придавить тебя или поднять тебя. Они могут или притопить тебя и сделать тебя слабым, или ты можешь набраться сил. Слушай, ни одна проблема, Бог с тобою, ни одна проблема не может сломать тебя, если ты не согласишься сломаться. Не соглашайся ломаться, человек мой дорогой. Послушайте, я сейчас в этом прямом эфире говорю вам. Не ломайся, не соглашайся, что ты ломаешься. Я не ломаюсь, скажи во имя Иисуса Христа. Я не ломаюсь, Господь со мною. Я могу решить все проблемы, потому что Бог со мною. Проходя долину плача, я открываю источники. Я открываю источники. Всегда нацеливайся посреди долины плача, пока все остальные ноют, ворчат, жалуются, говорят, что им так трудно, им так плохо, кризис вокруг. Посреди всего этого, вместо того, чтобы сидеть и ныть с ними, я... Беру лопату и копаю источники. Люди думают, что я могилы копаю. Нет, я не могилы копаю. Я ищу источники, колодцы рою. И когда я начну копать, дождь благословений придет на землю. И в моих источниках всегда будет вода. Запомните вот этот стих. Псалом 83, 7 и 8 стих. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники. Но чтобы в источниках была вода, нужен дождь. И дождь покрывает ее благословением. Это моя жизненная позиция. Хватит сидеть и ныть в долине плача. Займись активную позицию, доминирующую позицию. Управление – это моя жизнь. Я управляю моей жизнью. Я направляю. Я говорю, хватит! Хватит дьяволу топтаться на мне. Я не конь, чтобы он не направлял. Я направляю обстоятельства. Я направляю свою жизнь. Господь со мной, он помогает мне. Когда люди приходят и говорят, мы хотим, знаете, к нам в церковь приходят некоторые бизнесмены, неверующие, и приносят десятины. Приносят десятины, просто так, приносят десятины. Я спрашиваю, почему? Они говорят, мы хотим попробовать. И знаете, и потом, когда у них начинает получаться, они говорят, что-то невероятное, как принесли десятину, начинается движение какое-то невероятное. Послушайте, это позиция, дождь благословений. Многие хотят пройти и привыкли ходить по жизни без трудностей. Они хотят все время наслаждаться жизнью, ну, уля, аллилуйя, эльдорадо. Они не хотят знать проблем. Они не хотят знать трудностей, и они молятся, Господи, да не будет у меня проблем, да не будет у меня трудностей, да будет у меня все хорошо. И они надеются, что когда они придут к Богу, тогда все, я пришел к Богу, теперь у меня никаких проблем нет.
Знаете, если ты хочешь, чтобы подняться выше, тебе необходимо. Если ты хочешь подняться выше, тебе необходимо. Тебе реально необходимы проблемы и трудности. Если в твоей жизни есть проблемы и трудности, если в твоей жизни есть проблемы и трудности, это значит, что Бог ожидает от тебя подъема. Он ожидает от тебя, что ты поднимешься. Поднимешься на новый уровень. На новый уровень славы, на новый уровень силы, на новый уровень хождения с Ним. Когда в твоей жизни трудности, это однозначно, однозначно дает тебе откровение о том, что тебе необходимо двигаться дальше. Тебе необходимо двигаться на следующий уровень славы, на следующий уровень силы, на следующий уровень. Ты не можешь оставаться в зоне комфорта. Кто-то хочет остаться в зоне комфорта. Я хочу, чтобы все было хорошо. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Как там песня пелась? Я не помню сейчас даже. Да, серьезно. Ты хочешь, чтобы вообще все время был урожай. Да, но зима приходит. После самого лучшего сезона урожайного у тебя наступит самый холодный. И ты пройдешь через трудности долины. Мы должны уметь, мы должны научиться встречать все трудности. И мы знаем, что дьявол приходит. И мы должны затыкать рот дьяволу. Дьявол, я не ребенок, пошел вон, убирайся, я связываю тебя именем Иисуса Христа. Связывайте дела дьявола. Прогоняйте его из своей жизни. Гоните сатанюгу. Гони его, займи позицию. Я гоню дьявола. Это не значит, что у тебя проблем не будет. О, будут проблемы. Давида проблемы были. Но посмотрите, когда Давид столкнулся с проблемой, с Голиафом, со своим братом Елиафом, который унижал его, когда он столкнулся с проблемой уничижения, посмотрите его реакция. Он уповал на Господа, и Господь укрепил его и прославил его. Посмотрите, столкнувшись с проблемой, Давид взял на себя ответственность, и он начал сражаться с ней. Не сдался в плен, не сдавайся в плен, сражайся до конца. Сражайся с проблемой до конца. Когда ты сражаешься с проблемой, молимся, и ничего не происходит, обратись к Богу, Господу. Вот знаете, вот иногда есть вещи, когда, вот, например, в моей ситуации, я сейчас не могу дома находиться, да, и я молился, и один, и второй, и третий раз. И, ну, почему-то Бог не отвечает, ну, как молчит. И все, что нужно сказать: Господь, я понял, что ты меня хочешь чему-то научить. Дай мне понять твой урок. Дай мне осознать, чему я должен научиться. Вы знаете, однажды апостол Павел молился и говорил: уберите этих гонителей от меня. И трижды молился, жалоба плоти ему говори, он молился. И Господь сказал: довольно для тебя благодати моей. Знаете, когда я смотрю на это значит, что Бог Давиду сказал: вот на тебе достаточно благодати, живи дальше. Проблема не будет удалена. С проблемой будешь сражаться до конца. И действительно, апостола Павла гнали до конца. Он до конца был в гонениях. Он до конца был в гонениях. Но это сделало его сильнее. Что было бы, если бы не было гонений? Тогда бы действительно апостол Павел бы, ну, стал бы как нынешняя номенклатура религиозная. Знаете, такая номенклатура религиозная, такие дядьки, которые: здравствуйте, уважаемый, вот Виктор Степанович, и вот эти начальники, начальствующие. Это фарисеи, которые, современные фарисеи, которые политизированные, которые там с депутатами встречаются и так далее. Иисус не встречался с депутатами. Иисус не ходил на встречи всех этих синодов. Все, что делал Иисус Христос, Он служил людям. Он любил людей. Он благословлял людей. Он поддерживал людей. Он давал им вдохновение, давал надежду. Он смотрел на людей и говорил: «Вы свет миру!» И народ мрачный просветлялся. Смотрите на окружающих. Всегда помните, что вы род избранный, вы царственное священство. И когда трудности не уходят,
Примите это как урок и продолжайте жить. Каждый из вас может, и я верю, что каждый из вас может стать выдающейся личностью, потому что вы дети Божии, которые наполнены словом, откровениями. Вы искуплены кровью Христа. Вы избраны. Вы 1 Петра 2 глава 9 стих. 1 Петра 2 глава 9 стих. Вы род избранный. Послушайте, дорогие мои, вы особенные. Вы род избранный. Это потрясающе. Бог избрал вас. Вы особенные. Вы благословенные. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой. Слава Господу! Дорогие мои, это сказано о вас. Вы особенные, вы род избранный, вы призваны Господом, искуплены кровью Христа. Вы люди особой формации. Вы люди особого склада. Вы люди особенные. Да, у нас есть трудности. Но трудности не сидят на моей шее. Я сижу на трудностях. И я двигаюсь. Я не позволяю трудностям овладеть моими эмоциями. Я не позволяю трудностям захватить меня. Я захватываю, доминирую. Я увидел Голиафа, я победил его. И когда этот великий непобеждаемый Голиаф поражен, многие люди начинают узнавать тебя, начинают говорить, начинают признавать тебя. Знаете, в моей жизни, когда я всем говорил, что мы откроем христианское телевидение, так много пасторов скептически смотрело, ну посмотрим, попробуй. Некоторые пасторы потом искренне признавались, говорят, я вообще не верил, что ты сможешь открыть телевидение без миллионеров, без каких-то спонсоров. Я сказал, почему ты не верил? Ну, ты бы говорил, конечно, зажигательно, но жизнь, она немножко другая, сложнее. Говорит, и когда я увидел, что ты реально без ничего открываешь телевидение, я вдруг увидел, как Бог благословляет тебя. Посмотрите, как из огромного количества людей, живущих на земле, Бог избрал вас. Вы особенные. Нет ничего невозможного. Бог хочет, чтобы вы были великими и славными. Во имя Иисуса Христа я говорю благословение над вами. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Я благословляю вас двигаться в Царстве Божьем, в силе Божьей. Я благословляю вас открывать источники, наполняться словом, наполняться откровениями. Благословляю вас наполняться жизнью Божьей. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с тобой Господь, да явит свою славу, да явит свою силу, да откроет окна небесные, да изольет Господь на тебя от Духа Своего во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем аминь. Дорогие мои, сегодня с вами был Максим Максимов, и я благодарю вас за поддержку и участие. Еще раз хочу сказать спасибо той семейной паре, которая перечислила $3,500 на CNL. Мне вчера сообщили, я выражаю благодарность. Они написали записку. Благодарим вас, Максим, за дом веры, за то, что вы даете слово. Мы питаемся этим словом. Для меня это самая большая, наверное, награда. Я эти деньги не получил, не подумайте, они ушли туда за оплату эфира, они ко мне не попадают, я не прикасаюсь к тем деньгам, я очень-очень кошерно отношусь к финансам, я боюсь, чтобы, потому что я знаю, как много пасторов обвинены в неправильном управлении финансами, поэтому я даже не прикасаюсь, там есть финансовые директора и все остальное, я обещаю со своей стороны не залазить своими руками туда, все, что я буду делать, я буду дальше проповедовать Слово Божие, а ваше партнерство и поддержка поможет CNL-у доставлять Слово Божие к вам домой. Качественное, сильное, помазанное Слово. Я должен с своей стороны ходить в помазании, в силе, в мудрости, чтобы приносить Слово. Но чтобы Слово доставить до вашего дома, необходимо ваше участие. Ваши десятины помогают нам достигать Евангелием людей, проповедовать, вдохновлять. Как вы думаете, такие программы нужны? Если такие программы нужны, профинансируйте проповедь. И когда вы финансируете вещание, CNL, Дом Веры, когда вы финансируете это вещание своими десятинами, тогда вы финансируете проповедь по всему земному шару. И в этом есть ваша награда, ваше участие. Ты скажешь, как я могу участвовать в распространении Евангелия?
Есть разные методы. Идти самому проповедовать. Но еще другая часть. Послать. У меня есть слово. Но как мне проповедовать, если я не буду посланным? Пошлите меня. Отправьте. Отправьте мою проповедь по всему земному шару. Как проповедовать, если не будешь посланным? В послании к Римлянам написано. Пусть Бог благословит вас. Я действительно ценю и благодарю вас за ваше участие, партнерство. Сегодня с вами был Максим Максимов. Встретимся завтра и каждый день в это же время в прямом эфире или в записи на YouTube. Хранит вас Господь. Очень ценю каждого из вас и благословляю. Спасибо вам, драгоценные. Люблю, ценю. Держитесь за Господа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.